Привет, мальчишки и девчонки, меня зовут Анастасия Арк. В данный момент я в горах. Это много света. Я сейчас в горах еду в Беверли-Хиллз. Я еду сейчас на работу. И я хотела чуть-чуть поговорить, я извиняюсь за этот свет. Но я реально хотела поговорить о том, как... Какие правила между водителями в Америке, когда ты, допустим, тебе нужно повернуть налево, и ты на светофоре, да, тебе нужно повернуть налево, и очень большая пробка, и как вообще работает. И я каждый раз еду, когда еду в Беверли-Хиллз, у меня одна огромная проблема, потому что мне нужно выехать на работу за 1:30, чтобы доехать до работы, просто доехать до работы. И правила такие: если, допустим, ты большая пробка, да, налево, и оно идет длиной через много-много-много светофоров, я по такую пробку говорю, и ты хочешь туда, в эту пробку заехать, как бы, короче, одно из правил — это никогда не влази в самое начало. Люди тебя не будут пропускать, они тебя будут, может быть, материть, пальцы показывать, они тебя не пропустят, и даже не думай об этом. Это самое ужасное хамство, ты можешь сделать в пробке в Америке, когда ты куда-то едешь, и там много людей ждут. Все люди возмущены. Если ты хочешь это сделать, это тебе нужно делать где-то в середину этой пробки, это максимум. И если тебя люди пропустят, это будет очень классно. Очень многие разы тебе нужно просто, ну, как бы, немножко быть хамом. Тебе нужно как бы въехать в свободное место, даже если оно маленькое, чтобы тебя люди пропустили. Но еще существует еще одно правило. Это которое, если тебя кто-то уже пропустил. И кто-то перед тобой пытается влезть в пробку эту, то ты должен его пропустить. Потому что тебя уже пропустили, да? Тебе кто-то были добры и дали тебе дорогу, то теперь ты делаешь точно то же самое. Следующее. Ну, в общем, для каждого водителя это одно и то же. То если, допустим, я пропустила человека, который теперь стоит впереди меня, этот человек должен пропустить человека, который пытается влезть в эту пробку, потому что он будет впереди его. И если... И это может идти очень долго. И тогда, потому эти пробки длятся очень долго, потому что ты вечно пропускаешь человека, потому что тебя кто-то пропустил. Ну и, в общем, такая история. Ну, и ты будешь ехать очень долго. И я просто хотела поделиться, это мне было так смешно, потому что это реально так, как ты видишь, и это смешно, но не будь нахалом, ну, не лезь в самое начало, потому что это реально как бы... Я скажу вам, ну, может быть, машины 4 пытались влезть в начало, и люди не пропустили их. Потому что это no. Понятно, середина, ладно, может, кто-то тебя там, добрый человек, пропустит и скажет: ну ладно, едь, значит, тебе там так сильно надо, едь, да, а вначале тебя никто не пропустит, они скажут тебе: иди на самый зад, потому что ты такой хам. Ну, в общем, да, это такой маленький ролик, сейчас я еду на работу, и вот эти красивые, ну, как бы красивые. Потому что это зелень и все такое. Но потом будут уже открыты горы, и я так снимаю. Мне нужно монтировать все равно, но я снимаю так. В общем, это все красота, это горы, это там горы. Вот так я еду в Беверли-Хиллз, и там у меня работа. В общем, да, ребятушки. Самая вот коротенькая. Такой. Ну, в общем, привет с Америки. У нас сейчас хорошо, погода неплохая. Я просто одета в свитере, потому что у нас будет кондиционер. А так, я...
А, да, кстати, ребята, если я не выложила еще никакой влог или видео или что-то своим моей прической-челкой, то да, у меня прическа-челка. Я изменила свою прическу, потому что мне все надоело. Мне надоело просто иметь обычную прическу. Мне хотелось что-то необычное, мне хотелось что-то такое, что прям на тебя посмотреть. Блин, что-то реально изменилось. Но почему-то люди не так сильно замечают это, они просто смотрят. Покрасилась! Я подстригла челку! Покрасилась. Да, в общем, такие моменты бывают. Ребятушки, хорошего вам дня, позитивных эмоций. Спасибо, что вы смотрели этот канал. Это Анастасия Арк. Я постараюсь выкладывать больше вещей, но я по-настоящему постараюсь. Я буду выкладывать то, что я по-настоящему думаю, что вам понравится. Если это просто что-то, я думаю, я еще и даже не монтировала, то я буду стараться. Я обещаю, я буду хорошей девочкой, и я буду стараться. Спасибо, ребятки, подписывайтесь, ставьте мне лайк, и я буду с вами общаться скоро. Спасибо, пока-пока!